Это растение снимает воспаление пораженных суставов и тканей организма, очищает вялую печень, расщепляет гниющие белки в желудке и кишечнике. Это корень сельдерея. Он способен защитить от атеросклероза и почистить сосуды от холестерина, убрать различные воспалительные процессы в организме. Очистите корешок сельдерея, натрите на самую мелкую терку. Сбрызните лимоном. Добавьте немного растительного масла. Добавьте мелко нарезанную петрушку и укроп. Едят эту смесь в виде салата. Как действуют? Активные компоненты корня растения устраняют свойственную болезни припухлость и отечность в области крупных суставов, приглушают болезненные ощущения, нормализуют работу сердца и сосудов.